Приветствуем милых зрителей на канале интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы вновь рады продемонстрировать вам новинки от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Приготовьтесь любоваться ими, а мы напоминаем, что для заказа нужно перейти по ссылкам в описании к этому видео. И мы начинаем наш обзор. Начинаем наш обзор с вот такого очаровательного комплекта, в который входят серьги и кольцо из серебра 925 пробы, в покрытие родирования, вставка на изделиях, изумительный искусственный кошачий глаз лазурно-голубого цвета и фианиты. Посмотрите только на эту невероятную огранку камня. Фианиты, закрепленные по кругу, добавляют изделиям праздничного настроения, и оно непременно будет и у вас, когда этот комплект окажется в вашей коллекции. Поэтому не сомневайтесь и скорее переходите по ссылкам в описании, чтобы узнать цену и заказать прекрасное украшение. Высота серег 24 мм, ширина 16 мм, диаметр вставки 12 мм. Диаметр верхней части кольца 16 мм, диаметр вставки также 12 мм. Паспортный вес серег 6,6 грамма, кольца 4 грамма ровно. Брошь из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения на ваш выбор. Вставка на изделиях – ювелирное стекло прециоза. Нежная брошь продолжает наш показ. Посмотрите, какое по-настоящему летнее украшение. Ее дизайн словно колышущаяся на ветру ветвь с белыми цветами, роль которых исполняет сверкающее ювелирное стекло. Восхитительное дополнение к любому вашему образу, согласитесь? Расскажите в комментариях, а с чем бы вы сочетали это изделие. Паспортный вес броши 5 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы без покрытия. Вставка на украшениях ювелирное стекло прециоза. Бесподобное сочетание серебра без покрытия и ювелирного стекла глубокого, насыщенного черного цвета. Такой контраст очень привлекает внимание и всегда добавляет очарование к обладательнице украшений. Обратите внимание на шинку кольца. Такая интересная дизайнерская задумка, которая, тем не менее, удобна в повседневном ношении. Диаметр передней части серег 10 мм, паспортный вес 3,5 грамма. Диаметр верхней части кольца 10 мм, ширина шинки кольца 2 мм. Паспортный вес 2,8 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Вставка – имитация жемчуга. Утонченные и очень легкие серьги, которые дополнят, но не перегрузят ваш образ. Сочетайте их с другими украшениями с жемчугом из вашей коллекции или носите как самостоятельный аксессуар. Эти серьги в любом случае будут смотреться уместно. Вам осталось лишь выбрать покрытие на свой вкус и перейти по ссылкам в описании к этому видео, чтобы заказать украшение. Ждем вас за покупками на сайте интернет-магазина «Серебряная птица». Паспортный вес серег 4,1 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – фианит. Для поклонниц минимализма и геометрических узоров мы представляем вот такие украшения.
Серьги и кольцо в необычном дизайне с черными миниатюрными фианитами. На серьгах английский замочек. Дизайн украшений идентичен друг другу и получается очень легкий и в то же время заметный комплект аксессуаров. Паспортный вес серег 5,2 грамма, кольца 4,6 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. Оцените вот такой комплект для любительниц традиционных филигранных узоров от красной пресни. Какая нежная и воздушная паутинка серебряных узоров в сочетании с плавными линиями в дизайне украшений. Очень женственно и благородно. Отдельное восхищение вызывают серьги с английским замочком вот в таком необычном исполнении. Переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте эту красоту на сайте jumagazine.ru. Паспортный вес серёг 3,5 грамма, кольца 3,3 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – искусственный черный агат. Посмотрите, какие необычные украшения! Как интересно смотрится агат в огранке кабошон, обрамленный нежными, витиеватыми узорами. Очень стильно и дорого выглядят такие украшения. Комплект прекрасно подойдет для вечернего наряда и торжественного вечера, согласитесь? Паспортный вес серёг 10 грамм, кольца 5,3 грамма. Какие интересные украшения мы приготовили для вас, только полюбуйтесь. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг. Нежную жемчужину обнимает прекрасная миниатюрная змейка. Оцените, насколько детализированная получилась работа у мастеров-ювелиров красной тресни. Мы уверены, что эти украшения займут почетное место в вашей коллекции аксессуаров и даже станут одними из любимых. Ведь остаться равнодушной к ним просто невозможно. На серьгах английский замочек, паспортный вес серёг 7,2 грамма, кольца 3,9 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на украшениях – фианит. Если вы искали то самое идеальное украшение на самый важный праздник, то очень рекомендуем присмотреться вот к этим изделиям. Они почти наверняка окажутся именно тем вариантом, что вы искали и подбирали. Ведь оторвать взгляд от них просто невозможно. Посмотрите, какая огранка, какое сияние и какой необычный стильный дизайн. Выглядит очень модно и современно. Скорее заказывайте эти серьги и кольцо, пока они еще есть в наличии на нашем сайте jumagazine.ru. Паспортный вес серег 6,3 грамма, кольца 4,2 грамма. В
серьги из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения. Вставка на украшениях фианит, а также на изделиях присутствует эмаль. Продолжаем показывать детский ассортимент, и сегодня у нас вот такие серьги в виде очаровательных слоников. Для юных любительниц ювелирных украшений серьги с розовым и голубым фианитом. Также вставки дополняют ушки с эмалью в цвет камня. Смотрится очень празднично, радостно и точно добавит блеска в глазах девочки и подарит ей улыбку и отличное настроение. Для удобства в ношении на серьгах английский замочек. Паспортный вес украшения 2,8 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Вставка на украшениях фианит. В нашем обзоре снова серьги Конго и вновь с дополнительным съемным аксессуаром. Вы можете носить такие украшения с ним или снять его и носить серьги в классическом варианте. Выбирайте покрытие, которое вам по душе, и дополняйте свою коллекцию украшений вместе с интернет-магазином «Серебряная птица». Диаметр серег 25 мм, размеры подвесной части 23 на 11 мм. Паспортный вес серег 2,8 грамма. Элегантные и изящные изделия сейчас в нашем обзоре, согласитесь? Это серьги, кольцо и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на украшениях – искусственный александрит. Благодаря своей прозрачности и визуальной легкости, такие украшения можно смело надеть как на прогулку в городе или встречу в кафе, так и на вечернее торжество. В любой из этих ситуаций изделия будут уместны и очень подчеркнут вкус своей обладательницы. Паспортный вес серег 5,9 грамма, кольца 3,3 грамма, подвески 2,8 грамма. Диаметр вставки на всех украшениях из видео 12 мм. Колье из серебра 925 пробы без вставок. Покрытие украшений золочения и родирования. Трендовые и минималистичные колье для вас. Согласитесь, на лето это отличный вариант для дополнения к образу на каждый день. С легким платьем или сарафаном, с пиджаком или костюмом такие украшения легко подстроятся под выбранный вами наряд и добавят в него современные нотки. Длина колье 45 см. Плюс цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес колье 3,3 грамма. Колье из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Украшение без вставок. Вновь современное колье для вас в нашем показе. Также прекрасный вариант для теплых летних вечеров. Как раз декоративный элемент на колье – полумесяц. Также такие украшения можно сочетать и с другими колье. Самое стильное сочетание получится с несколькими колье или цепочками разной длины. Ширина цепочки в этом видео 1 мм, длина колье 45 см плюс цепочка-регулятор 5 см. Размер декоративного элемента 14 на 12 мм. Паспортный вес колье 2,6 грамма. И завершает наш обзор вот такой невероятно стильный комплект. Это серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Вставка на этих украшениях – фианит собственной огранки. Уверяем, с ним вы обратите на себя все внимание и соберете бесчисленное количество восхищенных взглядов и комплиментов.
Вставка идеально подойдет голубоглазым красавицам и сделает образ еще более ярким. Переходите по ссылкам в описании к видео на сайт нашего интернет-магазина «Серебряная птица» и безопасно закажите понравившееся вам украшение из видео. Паспортный вес серег 5,9 грамма, кольца 4,3 грамма. Вот и завершился наш показ серебряных украшений. Мы традиционно благодарим вас за вашу обратную связь, комментарии и лайки. Не забывайте делиться видео с друзьями, которые также ищут ювелирного вдохновения. Ну а мы прощаемся с вами до следующего видеообзора.